Привет, я дорисовала мою первую утку, и сегодня я работала уже цветными карандашами по акварельным заливкам. Покажу сейчас, что получилось. И хочется уже попробовать все это загрузить на Shutterstock, потому что на самом деле, по-хорошему, это трейдмарк, и не совсем понятно, как вообще инспекторы одобрят подобный контент или нет. Вообще, на самом деле, конкретно изображение вот этих уточек Лала Фанфан есть уже на том же самом Шаттерстоке, но тут еще играет роль человеческий фактор, и все зависит от инспектора, даже кто-то может счесть это как трейдмарк, кто-то нет, кто-то просто как разновидность игрушки. Потому что вот лично я не нашла зарегистрированного бренда вот этого Лала Фанфан. Если у кого-нибудь есть информация вот насчет этого бренда, буду благодарна, потому что лично я не определила статус этого трейдмарка, поэтому решила попробовать все это загрузить. Но если не прокатит, останутся просто классные картинки, которые всегда можно повесить в комнате у ребенка, учитывая всю ее фанатичную любовь к этим уткам.